Судно немецкой неправительственной организации Sea Watch благополучно пришвартовалось в порту Катании. Измученные двухнедельным морским путешествием пассажиры сошли на итальянский берег в четверг. 47 спасенных у ливийского побережья мигрантов распределят между собой Германия, Франция, Португалия и Румыния, а также Мальта и Люксембург. Вопреки обещаниям премьера Джузеппе Конте, пока не ясно, останется ли кто-то из прибывших в Италии. Категорически против этого выступает министр внутренних дел страны. Маттео Сальвини потребовал провести проверку правомерности действий экипажа Sea Watch. Власти обвиняют активистов в том, что те взяли на борт мигрантов, ответственность за которых должна была нести береговая охрана Ливии. А затем судно направилось к итальянскому берегу, вместо того, чтобы причалить в близлежащем тунисском порту. В НПО, в свою очередь, уверяют в том, что не получили ответа на запросы ни от Триполи, ни от Туниса. Организация начала сбор пожертвований в интернете для покрытия возможных судебных издержек.